В Твери стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года 2023». Лучшего представителя этой благородной профессии будут выбирать 32-й раз. Среди участников как молодые педагоги, так и лауреаты прошлых лет. Победитель городского конкурса будет участвовать в региональном этапе. Чего ждут от кандидатов на это звание? По каким критериям будут оценивать участников? Рассказывает наш корреспондент. В этом году в Твери в конкурсных испытаниях участвуют 8 педагогов. Для кого-то из учителей участие в конкурсе уже не первое на профессиональном пути, а кто-то – дебютант. Так, Александра Маматкова – учитель начальных классов в школе номер 17. В этом году первый выпуск четвероклашек. Участие в конкурсе – ответственный шаг. Я очень хотела сделать что-то, что было бы каким-то заметным, видимым результатом моих первых 4 лет работы. Потому что первый выпуск – особенный выпуск. И я хотела, чтобы это было что-то еще особенное для меня. То есть был какой-то результат, итог такой видимый. Мне очень повезло с родительским коллективом. Они меня очень поддерживают, несмотря на то, что я молодая. Конечно, мне очень повезло с коллегами. Молодой педагог готов пройти все испытания, посоревноваться с другими конкурсантами. Среди опытных участников – учитель иностранных языков с 16-летним стажем Сабина Муслимова. Этот конкурс для нее третий. После прежних успехов задача – продолжать держать марку. Конкурс для меня – это новый уровень для саморазвития, самообразования. Мне хочется попробовать себя в чем-то новом, познакомиться с новыми коллегами, поделиться опытом, что-то у них перенять для себя. Поэтому для меня это такой вот вызов. Торжественное открытие муниципального этапа состоялось на площадке школы номер 14, так как в прошлом году учителем года стала специалист из этого учебного учреждения. Конкурс включает несколько туров. Например, учитель-профессионал, учитель-мастер, учитель-лидер. 3 этапа. По результатам первых 2, 4 лидеров выйдет в финал. Предстоит очень непростая работа нашему профессиональному жюри. Победитель должен быть учителем-мастером, должен быть учителем-воспитателем, учителем-предметником. Он должен быть един во многих лицах. Участников ждут такие задания, как урок, воспитательное событие, мастер-класс и вопрос учителю года. По их результатам определяются 4 финалиста. Имя победителя муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2023» станет известно 3 марта. Победитель и 3 призера будут представлять Тверь на региональном этапе.